Только что вертолет упал. Чей он был? Не знаю, но вряд ли наш. Это Киган. Я налетел на толпу ублюдков из Армахима у администрации. Нужна поддержка. Держись, я иду к тебе. Thank you.
это вы. Мило. Бекет. Киган, что случилось? А, блин, опять! Что происходит? А! Киган? Да, нет! Твою мать! Бекет, хорошо, что ты цел. Надо отвезти Кигана к машине. Бекет, змеиный кулак, наш шанс на спасение. Делай, что хочешь, но приведи его живым. Тебе пора идти.
Ребята, я надеюсь, вы уже рядом? Тут дела совсем плохи. Клоны прут со всех сторон. Идите к кабинету медсестры. Повторяю, к кабинету медсестры. Сэр, бригада еще не готова. Так, заканчивайте живее. Все ко мне! Смотри, даю. Он мимо меня не пройдет. Третья группа уничтожена. Заваривайте дверь. Почти. Thank you.
Еще несколько вертолетов с клонами. Куда они летят? По-моему, крыша столовой. Черт, еще один! Удерживайте позицию! Еще несколько вертолетов с клонами. Куда они летят? По-моему, крыша столовой. Черт, еще один! Удерживайте позицию!
Давай!
рации. Тернер, Белман, доложите обстановку. Отзовитесь, мать вашу! Что-то херня там творится, Дарна? Если вы меня слышите, отступайте к зданию администрации. Нам нужно подкрепление. Живо! Oh,
пошли. Думаю, мы готовы. Чую, баблом пахнет. Всем группам, двигайтесь к кабинету медсестры, мы зажали ее! Thank you.
you
Беккет, у меня есть шанс пробраться в БМП. Не хочу его упускать. Вернусь, как только смогу. Стокс, конец связи. Здесь делай. Понял. Он мимо меня не пройдет. Да где он? Против. Дальше будет только хуже. Придется рискнуть. Выбора нет. Выбор есть. Я пытаюсь тебе это объяснить. Мы можем уничтожить ее. Хватит. Данные сюда. Я понятно говорю? Ладно, ладно. Черт. Держи. Потом сам скажешь мне спасибо. Ты к тому времени сдохнешь. Интересно. Да я верю, что ты к тому времени сдохнешь.
Это змеиный кулак. Торопитесь, солдаты Армахем уже почти здесь. Женевьева все блокировала, чтобы их задержать, но они уже режут двери. Я не могу войти в систему. Помощи не ждите. Блокировку можно отключить с пульта охраны. Пароль? Змеиный кулак. Аварийная блокировка снята. Вашу мать! Значит, это вы сейчас отключили терминал технической зоны? 5 баллов!
Внимание! Аварийная блокировка 4-го сектора. Аварийная блокировка снята. Забыл сказать, осторожнее в изоляторе. Женевьева открыла клетки, чтобы выиграть время. Образцы очень опасные. Сколько это может двинуться?
Thank you.
Таким же успехом мы могли использовать зажигалку. Эта штука ни хрена не режет. Судя по всему, мы тут слегка подзастряли. Полковник, у меня ацетилен на исходе. Сынок, мы пройдем через эту дверь, даже если тебе придется грызть ее зубами. Да, сэр. Начата процедура обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Ты, я чую, мечтаешь огрести. Жду не дождусь тебя. Процедура завершена. Ну же, заходи. У меня для тебя кое-что. Обеззараживание свободно. Come on.
Аварийная блокировка снята.
Я думал, мне конец. Я Терри. Терри Хелфорд. Он же Змеиный Кулак. Слышите? Наверное, показалось. С помощью лейтенанта Стокс я подключился к компьютеру в вашем бронетранспортере. Пересылаю вам все файлы. Изучим их по пути. Кстати, не ковыряйтесь в носу. Она следит за нами с помощью камер. Она нас не слышит, так что обзывайте ее как угодно. О, файлы скопировались. Можно воспользоваться лифтом в главном холле, но путь к нему лежит через изолятор. Вы уже разобрались со всеми образцами? Ой-ой, плохие дела. Клоны штурмуют комплекс. Их, должно быть, привлекает ваша телестезическая аура. Вы для них стали словно магнит. У меня для вас кое-что есть. Я прихватил его из отдела экспериментальных вооружений. Кстати, не видели, как дерутся гиппопотамы? Они начинают гадить и быстро-быстро вертят хвостами, чтобы дерьмо летело во все стороны. Зрелище, долбануться можно. Вот так. Это прототип. Есть кое-какие недоработки, но бьет хорошо. А теперь пора уносить ноги. Thank you.
Thank you.
уже в пути. Отряды противника стекаются сюда отовсюду. Thank you.